Так, шестая серия, Москва, Красноярск. Продолжая движение в сторону Уфы. Ну, Татарстан, потом Башкирия. Трасса М7. Сразу хочу еще раз напомнить. Постарайтесь не пропустить заключительные серии этого маршрута. Там будет небольшая такая реклама по месту для ночевки, для отдыха, для остановки. Владелец этого места любезно дал интервью. Рекомендую посмотреть. И для тех, кто поедет на восток, вот под Красноярском, это место может пригодиться как, ну, для остановки, для отдыха, для привала. Рекомендую. Так, и потом не забудьте посмотреть начало, хотя бы начало видео «Россия из окна поезда», Красноярск, Москва. В самом начале такие сценки с цыганками, которые, ну, вот, кучкуются на вокзале. Я несколько раз пересмотрел, сам от души посмеялся. Сейчас по второй трассе М7 левой стороны объезжаем Казань, Октябрьский поселок, справа объездной дороги Новониколаевский. В город заезжать не буду. Вот, но с правой стороны начинается Казань. Значит, в пригороде деревня Осиново, Ремплер, Воронина, Казань, Оргсинтез, ПАО. Так, что еще здесь? Тут много что написано. Новокараваево, жилой массив Северный, Караваево, аэропорт с правой стороны, Борисоглебск, Борисоглебская, Сосгород. Ну, в общем, пригороды Казани. В город, повторю, я заезжать не буду. С левой стороны на отдалении поселок Озерный, потом Семиозерка. Ну, большой лесной массив с левой стороны от дороги. Так, видео, так, логин, видео фронт. Сейчас отвечу на Атенс. Некоторые, не могу читать, сообщения, которые поступили к этому времени. Спасибо большое за видео. А будет ли выложен путь Москва-Кемерово на втором канале в реальном времени? Да, будет. Но будет чуть попозже, с оригинальным аудио, без купюр, без каких-то там коррекций. Так, Дмитрий Логин, Дмитрий Джи написал, что он написал? А, это касается разговоров по железнодорожным билетам. Дмитрий пишет, по моей информации стоимость билета в кассе и на сайте РЖД одинакова. На других интернет-ресурсах, да, берут комиссии, поэтому всегда покупаю на официальном сайте без проблем. Я тоже в основном беру, если есть такая возможность, и если перегоняю не из Москвы куда-то, а откуда-то в Москву, тогда я приобретаю билет на сайте РЖД, выбираю время, место и так далее. Если возвращаюсь на поезде,
то стараюсь приобретать в сервис-центрах, там сервис-центрах берут комиссионный сбор. Но, по крайней мере, можно выбрать место. К сожалению, по-моему, в Красноярске или Кемерово... Нет, в Красноярске закрыли сервис-центр, да и во многих других местах вроде бы позакрывали. Когда уставший с барахлом, с этим, стоять в очереди, а очереди обычно очень длинные в кассах, я предпочитал пользоваться сервис-центрами. Сервис-центрами, там и место подберут, и отношение более такое внимательное, более комфортное. Стоишь в очереди час, может быть, два, иногда приходилось стоять. Но и кассир, соответственно, отвечала, есть, нету, такой короткий диалог, и не всегда они шли на встречу, на пожелание как-то подобрать место. Но, к сожалению, закрыли сервис-центры. Я считаю, что это минус. Так, сейчас подзаправимся и двинемся дальше. Так, заправляемся. По-моему, зашли в кафе. Ну, в общем, такая стандартная остановка на трассе во время движения. Так, заправились, отдохнули немножко и стартуем. Значит, находимся сейчас на объездной дороге Казани. Казань с правой стороны по ходу движение. Казань с правой стороны по ходу движения. Значит, что у нас с левой стороны? Кульсиитово поселок. Справа большие гербышки. Впереди эстакада через железную дорогу. На этом нет, на первом, если со стороны Москвы едешь. На втором есть там. Через километр. Ну, тогда будет, но в Москве едем на дороге. Да, там, это, первые сети, там, были, вот, только там, даже, это прибыль. Кстати, обрабатывать, размещать видео без ускорения гораздо легче, быстрее, потому что не нужно ни комментировать, никаких махинаций производить. Просто выбрал, объезжаем Казань, у 30 файлов, повторю, Казань с правой стороны минуту движения. И сразу запускаешь. Трасса, здесь нужно практически посмотреть весь Красноярск. Много населенных пунктов. С правой стороны, например, Киндери, Гербышки, Аки, Нагорный, Новая Сосновка, Чебакса. С левой стороны Пермяки. Ну вот та информация, которую вижу на карте. Так, продолжаю отвечать на вопросы, вернее, зачитывать комментарии. Дмитрий Джи. Раньше у нас тоже такое было, но сейчас вроде бы сервисные кассы даже упразднили, так как более того, что есть на сайте РЖД, все равно
не купить нигде. Что я могу сказать Дмитрию? Было время, ну, давно, лет 10 тому назад я занимался авиабизнесом, развивал сеть авиакасс по Москве. Значит, должен сказать, что всегда есть ресурс, так, с правой стороны Чебоксар, которому крайне ограничен. Слева и я уже говорил, сервис центра поселок такой и доступ был. Там брони разные и так далее. Там справа билеты также сдают, пока он появится на сайте РЖД. Такой участок называется Белянки. У сервис-центров эта работа была важна. Более оперативно. Самосервис. Я сожалею, что сервис-центр позакрывали. Справа. С левой стороны Званка, Кощакова, Царева, Новая Шагалеева. Это примерно, я сейчас то, что вижу, километров примерно 5 от местонахождения. С правой стороны, значит, Царицынский бугор, Малые Клыки, Большие Клыки, Самосырово. В общем, Казань с правой стороны. Сейчас будет поворот направо, вот в сторону Казани. Так, проехали поворот на Казань. С правой стороны аэропорт, наверное, местного значения Вишневка. Местных авиалиний, может быть, сельхозавиации. Также с правой стороны поселки Привольный, Вишневка, Алтан, Восточная, Вознесенская, Азино, Горки. Слушай, а ты не помнишь, вот в прошлой поездке первый раз мы остановились за Нижним, это в районе Нижнего, остановились на Кривде Бору? За набережными Челнами, какая граница? С левой стороны Гильдеева, Кощакова. Не помню, о чем разговор, но на втором канале, я думаю, сможете разобрать, о чем говорим. Кстати, нужно быть предельно внимательным. На объездной дороге стоят много видеокамер, фото-видеофиксация. Потом приходят письма. Счастье. Так, с правой стороны Богородская проезжаем, слева проехали Гильдеева. Далеко справа Чернопенье. Ну а дальше что-то ничего я не вижу, чтобы было поблизости. Нет, все-таки с правой стороны на расстоянии примерно 2-3 километров Куюки. Куюки. Населенный пункт. И поближе примерно в километре с правой стороны Ильинский.
полотно дороги, сами можете наблюдать, разметка, обочина, движение вполне комфортное, интенсивность движения не очень высокая, встречный поток разделен отбойником. Ну, в Татарстане, должен сказать, дороги, трассы на достаточно высоком уровне. Повторяю, это объездная Казани, трасса М7. С правой стороны на отдалении примерно полутора километрах Арыш-Хазда. С левой стороны, вплотную к дороге Кулаева. И небольшая река, речка такая, Шемелка. Это с левой стороны. Так, в сообщениях Дмитрий Джи дает ссылку на ресурс, где в вопросах и ответах есть подтверждение того, что цена на билет в кассе и сайте РЖД одинакова. Не, в кассах вокзала, да, в официальных кассах вокзала и на сайте РЖД одинаково, но много агентств предлагают свои услуги и за это берут деньги. Так, Казань уже давно объехали, оказывается. Но я предпочитаю так, с правой стороны примерно не на 10 километрах аэропорт покупать Казань. Или же в кассах, или на сайте РЖД, или же примерно вот в сервис-центрах, которых, к сожалению, километрах во многих местах закрыли. Пестрецы. Населенный пункт. Прозевал, как проезжали Каму, Куйбышевское водохранилище. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 70. Сам того не заметил. С правой стороны поселок Шали. С левой стороны Тат-Цик. Не знаю, не могу расшифровать, что это такое. И река Миша. Так, впереди развязка, правый выезд на Куйбышевское развязка. Так, ведет дорога 16К-1091. Мы продолжаем движение по семерке. Далеко справа впереди деревня Екатериновка. Ну, зима была, конечно, суровая в этом году. Очень много снега везде намело сейчас. Интенсивное снеготаяние, особенно в Якутии.
Там Лена разлилась, подтопила многие прибрежные поселки. Больше никаких комментариев и сообщений нет. Часа пока полтора, два до того, как закончу комментировать. Если будут сообщения, то, естественно, озвучу. Ничего поблизости нет, чтобы можно было как-то к чему-то привязаться. Не вижу ни поселков, ни деревень, а поля. Может и есть, но, к сожалению, другого варианта карты у меня нет. Повторю, не забудьте посмотреть заключительные серии. Там будет такая небольшая реклама, что ли, место для ночевки, для отдыха, для стоянки, для тех, кто отправляется на движение. Можете сами сравнить. Одно дело по городу передвигаться, другое дело по междугородным трассам. Ну, вдоль трассы на карте наблюдаю небольшие лесные массивы на разном отдалении. С правой стороны, примерно в 3 километрах, небольшое водохранилище или озеро, что-то такое. Но я уже, наверное, говорил о том, что не удается установить нормальную карту с хорошей детализацией, поэтому вот так вот. Далеко справа большой Салтан, поселок, и старый Арыш. Такие деревни. С левой стороны, тоже на расстоянии 3-4 километров, Атар Дубровка и крещенные Козыли. Крещённые. Ну, лесные массивы в основном вдоль дороги, а дальше, ну, поля, сельхозугодья. Совсем далеко справа, примерно
5-7 километрах деревни Шумково, Балыклы, Чукаево. Так, старый Арыш я говорил. Далеко справа впереди Новый Арыш. Довольно-таки движение вполне комфортное. Крупный поселок. Двигаемся без проблем. Повторю, что лесные массивы в основном вдоль дороги пока. Что-то шипит 15-й канал, разобрать не могу. Стараюсь держать дистанцию, чтобы можно было рассмотреть панораму. Далеко слева деревня или деревня по всей вероятности Шатки. Это с левой стороны, с правой Новый Арыш. Трасса М7. Двигаемся на восток. С левой стороны, примерно в 4 километрах, поселок Большие Нырси, рядом с ним Карабаян, с правой стороны Кукиева, с левой стороны начинается, слева и справа Кызыл-Юлдузский лесхоз. Большие массивы лесопосадок.
Не помню, с кем-то по телефону болтаю. С левой стороны впереди поселок Алан-Полян. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Справа Иванаева. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. С правой стороны ограничение 90. Уриева Челны. Ну, с левой стороны далеко простирается Кызыл-Елдовский лесхоз. С левой стороны проехали деревню Табларово. Впереди слева большой аншлаг. С правой стороны Бекчураева. Так, мост через реку Шумбут. Шумбут. Далеко слева впереди Усали. С правой стороны Катмыш. Движение на восток по трассе М7. Движение вполне комфортное, интенсивность невысокая, отбойники, ну, все на уровне. Там, где необходимо, стоят отбойники. Thank you.
Так, с правой стороны Катмыш, деревня Клощи. Чуть подальше, с левой стороны Нижняя Соня. Так, какая-то река, сейчас постараюсь рассмотреть. Река Берсут, река Сонь, река Берсут сливаются в одно русло. И далее она идет под одним названием Берсут. А может быть, Берсут разделяется на две реки. Направление движения воды не знаю. Слева и справа вдоль трассы большой лесной массив, лесопосадки. Так, короткая остановка зачем-то была. Нет, не понял, что остановился. А, понятно. Пропало питание на радар-детекторе, на других вещах. Это большая беда. Вот у меня, когда во время движения много источников, вернее, много потребителей. Справа по ходу электроэнергии. Поселок Нижний. Разветвители стоят, все такое. Во время движения пропадает контакт, и далеко слева гаджеты отключаются. Кермени. Мост через, через реку Амарка. С левой стороны на разном расстоянии проходит временная дорога. Видать, когда строили или ремонтировали семерку,
был объезд этого ремонтного участка на разном расстоянии. Он чуть впереди соединяется. Меняется цвет полотна дороги. Ночью тяжело ехать вот по темным участкам. Впереди камера. Ограничение 90. Темный цвет асфальта поглощает лучи. И не видно, совершенно не видно полотна дороги. Временами разметки вообще никакой нет. Ну, по две полосы в каждую сторону. Разделительный отбойник между потоками. Недалеко впереди уже река Вятка. С левой стороны Мамадыш, довольно-таки крупный населенный пункт. Впереди развязка, вот уходит в Мамадыш. Все это можно будет прочитать во время движения на автомобиле. Достаточно много информации на счетах вдоль дороги. То есть информация будет и обеспечена. Приближаемся к мосту через Вятку. За рекой Вяткой, за мостом с левой стороны деревня Мамыловка. И пока ничего больше примечательного не вижу. С левой стороны далеко, за рекой Вяткой, населенный пункт Мамадыш. Это, наверное, или поселок городского типа, или малый город. Наверное, маленький город, потому что тут вижу название улиц. Улица Мира, улица Насыри, улица Давыдова. Улица Ленина, Домолазова, Тукая. Но, по всей вероятности,
далеко слева Новая Анзирка, Яковлева, с правой стороны Костенеева. Далеко справа река Кама. Ну, постепенно она будет приближаться к трассе М7, но вот на обозримом участке я пока не вижу, чтобы был мост. Но имейте в виду, на разном расстоянии от трассы М7 река Кама. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Вдоль трассы не очень много места для отдыха, для стоянок. Все ближе к этому трассе. Дальнобойщики Кама паркуются на обочине. И далеко справа красный ключ. И Нижнекамск. Нижнее Афанасово, поселок Строителей, но это в пригороде Нижнекамска. С левой стороны Нижняя Мурзиха, деревенька. С правой стороны Покровская. Ну вот, на этом участке река Кама наиболее близко приблизилась к семерке. Не знаю, будет видно ее или нет, но вряд ли. Много сообщений поступает на видео: мошенники на трассе, лица крупным планом. Ну, я такие сообщения не комментирую. Но впереди нас ожидает Елабуга. На карте видно Елабуга, северный аэропорт, сам город. Сейчас, откровенно говоря, не помню, буду ехать через Елабугу или нет. Ну и с правой стороны, совсем далеко за Камой,
набережные Челны. С левой стороны Лекарева. Набережные Челны, наверное, не нуждаются в информации. Совсем далеко справа по ходу Танайка. Так, с правой стороны Елабуга, с левой стороны ОЭЗ ППТ Алабуга, что это такое, не знаю. Вот. И за Елабугой трасса М7 раздваивается на карте, левый поворот. Тоже М7 и правый поворот, это по ней мы поедем, это в набережные Челны. В общем, за Елабугой, недалеко от аэропорта Северный, Елабуга-Северный, трасса М7 раздвояется. По левой стороны приближаемся к набережным Челнам. С правой стороны, напомню, объезжаем аэропорт Северный Елабуга. Второго не слышно. В Елабуге две объездные дороги по трассе М7 и вторая дорога местного значения такая. Ну, я по ней тоже ездил раньше, довольно-таки живописное место.
Летом тут очень красиво. С левой стороны Поспелова деревня. Ну и впереди мост через Скаму. С правой стороны Мальцево деревня. Ну а затем прибрежная зона. Вот она, прибрежная зона, лесопосадки. Повторю, что летом здесь очень красиво. Что-то забормотал я в салоне. Вот въезжаем сейчас на мост. Это я подсказал что-то про то, как объехать набережные Челны. Ну, пытаюсь что-то снять, разворачивая камеру. Не очень, конечно, ракурс. А, просто, наверное, снимаю этот панораму за мостом на горизонте набережные Челны. Ну, это вот Кама. Так, энергорайон. Впереди мобильный пост ДПС, населенный пункт, или как назвать его? Энергорайон. Так, с левой стороны, перед въездом в город, вот развязка очень сложная. Жилые массивы, ребенушка, красные Челны, замели Кесье, элеваторная гора. Смотрю, раз, два. Это с левой стороны. Три, четыре, пять. Пять потоков сразу соединяется. За деревьями с левой стороны. Набережная Габдулла-Тукая, с правой стороны Гвардейская улица, впереди левый поворот, ну как левый поворот, дорога слегка разворачивается.
меняет направление. Но это видно по отражению на асфальте. С левой стороны улица Проспект Фоменко, улица Гостева, Авангардная улица, аэродромная с левой улица, стороны, в основном город с левой стороны, справа Самарский тракт. Нету, по крайней мере на карте с правой стороны. Вдоль дороги есть какие-то там магазины, отделочные. В общем, промзона такая небольшая. С левой стороны город Набережные Челны. Что я вижу? 28-й квартал, улица Низамединова, улица Хадита Такташа, улица Комарова, улица Мечет, улица Терешковой, улица Аркалы. Ну и я еще раз повторю, что с левой стороны город. Впереди кольцо, называется Орловское кольцо. На кольце уйдем. Что-то я комментировал в салоне автомобиля. Ну, я подсказываю ведущему, что где-то здесь на участке подстава, дорожная подстава со знаками, на котором я словил штраф, когда ехал в Кемерово. С левой стороны промзона, с левой стороны промзона. Справа река Ялухов. Река Челна и река Ялухов. С левой стороны, по ходу, повторю, промзона. Справа молодежная. Что такое молодежная, не знаю. Кольцевое движение впереди. Двигаемся прямо. Вот диалог на этом участке, кто будет смотреть полное видео, запомните, очередной развод на трассе. Через 500 метров на перекрестке с круговым движением заверните на первый выезд. Так, левый поворот сейчас будет, затем правый поворот метров через пару километров. И покинем город Набережные Челны. Панорама неплохая, вот эти дымящиеся трубы. Специально повернул камеру. Однажды ехал в Ярославль, ну давно это было. Мороз был сильный, и подъезжая к Ярославлю километров, наверное, за 5,
вот так вот тепловые электростанции стояли, и ветра не было, дым поднимался вверх таким огромным белым столбом. Такая красивая картинка была. Где-то на видео она сохранилась. Покинули объездную дорогу набережных Челнов. С левой стороны, походу, Садовый некоммерческий Москва, товарищество. Здесь очень недалеко много. С правой стороны, в 10 примерно километрах набережных Челнов, останавливались на ночевку «Граница». Кафе называется «Граница». Очень приветливый персонал, видеонаблюдение, стоянка бесплатная. Нам очень понравилось. Ну, об этом я говорил в видео «Москва, Кемерово». С левой стороны, по ходу, река Ордеушка. Ордеушка. С правой стороны река Камысла и Шильнебашка. Шильнебашка. Так, заканчиваю комментировать шестую серию. До следующей серии.